Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Территориальное общественное самоуправление Сургута расширяется. Так, в марте появился новый ТОС «Согласие». В него вошли многоквартирные дома 32-го микрорайона. Офис структуры обосновался в торгово-деловом центре по проспекту Пролетарскому. Кстати, помещение общественники будут делить с коллегами из ТОСа «Союз», а также приемные депутата городской думы Сергея Рябова. Активисты надеются, что это событие даст толчок развитию гражданского движения. Тем более, что сейчас эта территория города проходит этап своего становления, а значит, есть ряд вопросов и проблем, которые необходимо решать вместе. Действительно, очень много вопросов по микрорайону. Он до сих пор еще застраивается, и благоустройство еще не завершено. То есть, ну, много вопросов, которые надо решать. На торжественном открытии выступил местный ансамбль народного творчества. Представители власти напомнили общественникам, что рассчитывают на них. Ведь именно через ТОСы налажена связь между администрацией и населением. Я считаю, что свершилось самое главное. Действительно, органы местного самоуправления города Сургута делают все условия для того, чтобы общественное самоуправление и какие-то инициативы граждан притворялись в жизнь. Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. 5. Рекламно-информационное агентство «5 звезд».